Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в обзоре очередная посылка с интернет-магазина «Любимый Василек». И давайте посмотрим, что мне пришло. Первое, это я заказала два вот таких вот пледа. Они нежно-розового оттенка с блестящими сердечками, прям такие девчачьи-девчачьи. У нас такой плед лежит на кровати. К нам приезжали гости, и там было две доченьки. И вот они захотели такие же пледы, я пообещала им заказать. Пледы очень мягкие, они не электризуются, они тоненькие. Как раз вот сейчас на весну, ну и на осень они прям хорошо подходят. Летом, конечно, под ними будет жарко. Также заказала вещи для малышей. Скоро лето. И своему племяннику я беру вот такие красивые штучки. Качество ткани очень хорошее, 100% хлопок, носится отлично, к телу приятное. Вот такой вот комбинезончик на заклепках и снизу, и сверху. То есть удобно надевать через голову, и памперсы удобно менять. И, конечно же, штанишки. Без штанишек никуда. Разного размера взяла. Побольше, поменьше. Вот такой вот M&M-сик мне очень понравился. Смотрите, какой крутой мальчишка будет бегать. Тоже есть кнопочки, чтобы поменять памперс, кнопочки возле головы, чтобы удобно было надевать. Ну и штанишки еще. Штанишки никогда не бывают лишними. Я помню, когда у меня сынок был маленький, каждый день, а то и по два раза на день штанишки менялись. В общем, качество вещей очень здоровское, мне очень нравится, а цена достаточно бюджетная. Ну и наконец-то в любимом Васильке появились слитки-носочки. Скорее всего, это связано с тем, что скоро лето, скоро нужно будет одевать кроссовки, какие-нибудь тапочки. И чтобы носков не было видно, любимый Василек пополнил свой ассортимент вот такими вот слитками. Одни обычные, а другие вот такие вот. Я даже не знала, что они такими будут. Смотрите, здесь там, где пальчики, морда кошечки, а сам носочек прозрачный. Это не слитки, это короткие носочки. Внизу идет белая полоса, и пятка также белая. Ну и, соответственно, там желтая или серая, какие они есть. Очень прикольные штучки, мне очень понравились. Также заказала простыни на резинке. Обычно я пользовалась обычными простынями, но они постоянно съезжают, постоянно вылазят из-под матраса, их нужно постоянно поправлять. И как-то раз я попробовала заказать простыни на резинке. Почему-то я не доверяла, мне казалось, все то же самое будет. Но нет, это действительно круто. Я взяла в разных оттенках, но в основном светлые, чтобы подходили под комплекты постельного белья, которые у меня есть. Это очень удобная штучка. Кто не пробовал просто на резинке, однозначно рекомендую. У нас кровать 1,40 м на 2, поэтому я взяла именно такие размеры. Но есть, конечно же, у любимого Василька и 1,60 м на 2. То есть под любой стандарт матраса можно выбрать простынь. Также заказала еще пододеяльник. Если честно, я когда заказывала, я думала, это комплект белья. Но когда пришел, оказалось, что это просто пододеяльник. Ну, по невнимательности, видать, я просто нажала на один пододеяльник. У любимого Василька можно заказать как комплектом белье, так и отдельными элементами, например, наволочками, простынями. Или вот в моем случае пододеяльник. Очень классная раскраска, мне очень понравилась. Поищу полный комплект такой раскраски. Здесь такие яркие лимоны на сером фоне. Очень здорово смотрится. Ну и, конечно же, ссылочку на интернет-магазин «Любимый Василек» обязательно оставлю для вас в описании под видео. Что касается там кухонных полотенец, банных полотенец, постельного белья, качество просто замечательное. Ну и цены тоже приятно радуют. Например, если пойти в обычный магазин, комплект такого же постельного белья стоит в 1,5, а то и 2 раза дороже. Ну а я сегодня буду работать с вот такими ручками. Вот такая замечательная бабочка ко мне прилетела. Многим она очень понравилась, но мне, в принципе, тоже она блестит, переливается, как настоящая бабочка. Покрытие замечательно относилось. Здесь был градиент, то есть растяжка фиолетового и сверху укрепление розовым гелем. Модное сейчас, вернее, популярное сейчас покрытие, пользуется большим спросом, но выглядит очень нежно и по-весеннему. Ну, а я приступаю к снятию старого материала, убираю длину, выравниваю ноготочки по длине с теми, которые уже опилила. Здесь покрытие хорошо носится, отслоек нет, поэтому допиливаться до натурального ногтя каждый раз смысла не вижу. Убирая старый материал, стараюсь оставить ровную поверхность, чтобы следующее выравнивание прошло без сучка и задоринки, как говорится. То есть в маникюре каждый этап зависит от предыдущего. Если я сейчас криво уберу старый материал, если у меня останутся ямки или бугорки, соответственно, потом мне сделать выравнивание будет сложнее.
Я дольше провожу с ним, и, возможно, нужен будет какой-нибудь минимальный опил. Далее пилочкой придаю форму свободному краю. Клиентка любит овалы, постоянно их здесь сделаем. Обязательно прохожу пилкой по поверхности, убираю глянец, отросшие части ногтевой пластины и убираю мелкие недочеты, которые не удалось убрать фрезой. То есть довыравниваю поверхность пилочкой. Пушером аккуратно отодвигаю кутикулу, открываю подкутикульный карман. Этот пушер от Silver Star, он очень мне нравится. Он отлично повторяет изгиб ногтевой пластины и замечательно открывает подкутикульный карман. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Я заказывала на Озон, сейчас там хорошие скидки. Ну и дальше выполняю маникюр, фреза пламя, красный поясок. Здесь достаточно близко расположены капилляры, часто раню эти ручки, признаюсь честно, она уже ко мне ходит около 2,5 лет, и я частенько все равно раню эти руки. Вот есть такие руки, особенно заусенчики, да, начинаешь доставать синусов, буквально одно лишнее движение, и все, и сразу кровь. Ну, вот так вот. Так что здесь пламя с мягким абразивом, и работаю максимально аккуратно на скорости примерно 15 тысяч оборотов. Срезаю кутикулу, так как здесь фрезой шар мне не удается ее счистить, она достаточно влажная. Теперь фрезой шар шлифую боковушки, убираю грубую там кожу и шлифую срез. На подготовленные ногти наношу праймер. Покрытие здесь замечательно носится, поэтому использую бескислотный праймер. Дальше каучуковая база. Наношу тонким втирающим слоем. Это стандарт в моей работе. Мне нравится такая последовательность материалов. То есть праймер, база втирающим слоем, а дальше уже слой укрепления. Такое покрытие носится замечательно. На большинстве рук клиенты возвращаются без отслоек со стороны кутикулы. Ну и теперь переходим к дизайну. Прямо на грунтовочный слой базы у кутикулы я наношу голубой цвет. Это от Космопрофи номер 396. Он такой насыщенный, яркий голубой оттенок. Очень красивый. Кистью гребешок делаю растяжку. То есть у кутикулы нанесла цвет плотнее, а к середине ногтя свожу его к минимуму. В одном из предыдущих видео я показывала, что я делала замес геля. Мне сейчас недостаточно оттенка, поэтому я еще добавляю туда голубой оттенок. Мне хочется гель сделать более голубым, более насыщенным по цвету. И теперь этой смесью делаю укрепление. Делаю его поверх той растяжки, которая уже имеется. То есть опять мы повторяем вот этот вот популярный дизайн, популярный вид градиента, где делается растяжка, а сверху уже идет укрепление. Но сейчас у меня укрепление голубым гелем, то есть смесью, которую я сделала. И смотрите, как круто получается, как будто действительно плавный градиент от кутикулы к свободному краю. Смотрите, как здорово получилось. То есть это не голубой под молочным, а голубой под молочно-голубым оттенком. Как будто вот правда мы сделали укрепление и потом сделали просто растяжку с синим цветом. Далее в дизайне у нас будет градиент. У меня есть вот такая пластина. Здесь куча всяких дизайнов. Есть и листики, и сердечки, и змеи, и кинжалы, и кресты. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Я ее заказывала на AliExpress. Наношу краску. У меня краска от Born Pretty. Очень нравится, как она работает. Печатываю на штампик и переношу на ноготь дизайн. Я буду использовать веточки. Также у меня есть помимо черной еще синяя краска для стемпинга. Она синяя с блесточками, с перламутром, как перламутрово-синяя. Добавляю этой краской еще веточки на ноготь. Топ с черными точками. Также брала на AliExpress, он от Born Pretty, ссылочку также оставлю в описании. Добавляю точки кое-где, совсем чуть-чуть на ногтях с дизайном. Тут нужно знать меру, если много нанесете точек, то все сольется, будет не совсем понятно. Ногти, где нет веточек, я наношу этот топ полностью на всю поверхность. И перекрываю ногти матовым топом. Матовый топ также от Born Pretty с AliExpress. Кому интересно, ссылка будет в описании. Мне очень нравится этот топ. Матовые ногти, которые вы видите в моих видео, они покрыты в основном именно этим топом. Он дает очень классный бархатный эффект.
Ну и вот такой дизайн у нас получился. Круто, модно, современно. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь смешивать гели с цветными гель-лаками. Носится хорошо, просыхает замечательно. То есть можно сделать абсолютно любой оттенок геля и не нужно привязываться к этому молочному. Например, вот в таком варианте, где ярким голубым растяжка и молочно-голубым гелем сделано укрепление, градиент смотрится максимально естественно и плавно. Но я надеюсь, вам было со мной интересно, надеюсь, понравилось это видео. Если это так, жду от вас лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, впереди много интересных видео. Ну а на сегодня у меня все. Всего доброго, хорошего дня!